Салют, друзья, с вами Никита на канале Видео 360 Актобэй. Сегодня мы находимся в баре Бочка, и с нами его администраторы, тройняшки. Расскажите, как так получилось, что все три брата работают в одном месте? Ну, мы же двойняшки, тройняшки. Мы друг друга понимаем, не надо там все схвачено, все. Ну, мы поняли. Сколько сортов пива в вашем заведении? В нашем заведении 12 сортов пива. Квас, лимонад, это для непьющих. Ну, они тоже сидят. И пьют, и пьют. Ребята, а вы-то что скажете? Часть и правдость, братья. Здесь идеально сидеть, очень уютное, атмосферное место, скажи же. Стараемся. Вот. А эти что, аквариум сюда? Кормите, кормите рыбок, да. Рыбки живые. Рыбно успокаивают, расслабляют. Сразу нужно пиво нырнуть и достать себе пару. На закусон. Давай. Моих братьев, мы всегда будем рады вам. До скорого!